А это уже готовое пюре из малины я сделала. Малину закипятила, через сито протерла, чтобы она была без косточек. Добавила сахар. На 100 грамм малинового пюре 20 грамм сахара. И на 300 грамм малинового пюре 20 грамм агар-агара. Агар-агар – растительный аналог желатина. Его надо проваривать. То есть вместе с малиной, когда будете ее варить, с сахаром добавляйте агар. Ну, получается вот такое вот текучее пюре. Масло сливочное 50 грамм, белый шоколад 80 грамм. Нагреваю в микроволновке. Добавляю ягоду. Какая красота получается. Малиновый муссовый слой торта готов. Я буду использовать силиконовую форму. Такой тонкий слой получился. И отправляю в морозильную камеру, пока буду делать второй слой. Крахмал кукурузный 30 грамм. Какао-порошок 20 грамм. Молоко 400 грамм. Постоянно помешивая, довожу крем до кипения. Закипел, выключаю нагрев и снимаю крем с плиты. В горячий крем добавляю шоколад горький. 200 грамм, 2 шоколадки. Перемешиваю, пока шоколад не растворится. Крем мне нужно охладить до комнатной температуры. Для того, чтобы это сделать быстро, я добавляю холодные сливки, 20-процентные, 100 грамм. Такие сливки у меня. На самом деле сливки можно заменить молоком. Практически мгновенно холодные сливки охладили крем. А на этом этапе можно крем попробовать. Если не хватает сладости, можно добавить сахарную пудру или сахар. Я не буду добавлять, мне сладости хватает. 100 грамм сливочного масла теплой комнатной температуры взбиваю и добавляю заварную часть. Все делается как обычный крем. Воздушный, нежный, плотный он не должен быть. Он застынет потом в холодильнике. Пока объединяла масло с заварным кремом, делала на минимальной скорости миксера. Затем на максимальной скорости взбивала всего лишь полминутки. Долго не надо взбивать. Посмотрите, какая нежная масса получилась.
Это очень вкусно, я попробовала. Это как подтаявшее шоколадное мороженое. Малиновый слой застыл в морозильной камере. Так, аккуратненько распределяю. И в морозильную камеру на 2 часа. Постоял в морозильной камере 2 часа. Середина еще не замерзла, но я хочу уже достать его.